11 июня, утро. Хочешь? Буду отъезжать от российской таможни. Покажу вам, какая очередь здесь стоит. Все, мы поехали. Вот, смотрите. Это все сегодня с утра, без 15:11 утра, едут в Казахстан. Вот такая вот обалденная очередь. Мне пришлось другую машину вызвать, пассажиров отдать. Пешком, вернее, пошли они на другую машину, а я поехал к Петухово ждать своих обратных пассажиров. Вот, представляете? Вот такая вот очередь сегодня. Это вообще кошмар, кошмар, кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот она кончилась. Вот этот знак стоит 5 километров от поста. Вот такая очередь, ребята, сегодня, 11 июня.